Это ты мне, ты под этим никнеймом, это про пиар, вот, это про пиар было. Это было про пиар, брат. Там, получается, косарь 100. О, подожди, ой, блядь, как меня заебала эта хуйня! Все, чуваки, я взорвался. Опять, короче, рассказываю ситуацию. Я понимаю, что вы все ждете промокоды, это круто, добили 25 лайков, классно. Но у меня, из-за того, что у меня стоит 100 рублей минималка, то я бы поставил бы 300, чтобы такой херни не было. Я понимаю, что всем вам нужно там, типа, закинуть там 300 тысяч раз по минималке, 300 тысяч раз по минималке, а потом на жалость мне давить, я понимаю. Но, сука, я такой мягкий человек, потому что я понимаю, как добываются бабки. Я понимаю, как добываются бабки. И я с каждым пытаюсь компромиссы найти, там, кого-то там на следующие стримы брать. Но это пизда, у меня бомбит, блядь!